В Минске появится новый центр экономической, общественной и культурной жизни. На неделе был официально дан старт строительству многофункционального комплекса возле Национальной библиотеки. Памятный символ состоит из двух частей горного хрусталя, символизирует единство наших народов в реализации совместных проектов. Далее соединенный кристалл помещается в специальную капсулу. Старт строительства многофункционального комплекса «Газпром-центр». «Газпром-центр», так называется проект, построит до конца 2018 года. Сегодня здесь один из крупнейших котлованов в стране. Будет самая высокая точка Минска – 36 этажей или 180 метров. По поручению главы государства новый центр практически полностью откроют для минчан и гостей столицы. Стройка несет и социальную нагрузку. Рядом появится транспортная развязка, гостиница, первая в Минске летняя амфитеатр и частная служба скорой помощи. В ходе строительства центра белорусские архитекторы и проектировщики получат доступ к новациям. Например, зеленым технологиям сбора и очистки дождевой воды и обогрева небоскреба. Впрочем, есть объекты и политическое звучание. Центр – это яркий бренд белорусско-российского союзного государства. И лучше ответ скептикам, которые пытаются приписать Беларусь то к Западу, то к Востоку. Мне уже надоело читать сообщения из России. Я вот только что посмотрел обзор. Разного рода политические флюгеры и провокаторы начинают тут и меня теребить. Я только не знаю, зачем это политикам в России. Но это их дело. Поэтому я просто на злобу дня говорю вам, что это не чужая для вас страна. Это не чужая для вас земля. Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских компаний, а значит и для России. Любой проект, начиная от строительства и заканчивая основной нашей деятельностью, мы готовы поддерживать в Беларуси. И за этим не стоит какая-то выгода коммерческая. Абсолютно нет. Нашей общей безопасностью, нашей общей с вами независимостью мы никогда не торговались и торговаться не будем. Как бы нас ни толкали влево, вправо и так далее, у нас нет позиции выбора с Западом или с Россией, с Западом или с Востоком. Мы никогда ни с кем не вели переговоры, даже за стол переговоров не садились, если перед нами ставили выбор – Россия или Запад. В то же время, мы открыто и честно говорим, мы хотим нормализации отношений с Европейским Союзом и с Америкой. То, что так, как Россия, то, что так, как любое государство, но не за счет нашего.